погромче говори, сейчас, кажется, может быть, все-таки снять чуть-чуть, да. Вот так, давай так. Угу. А мне очень приятно, что в дорогом для меня месте театра музыкальной комедии оказались, пригодились вещи из личного архива Ольги Филипповны Климановой. Это представленное здесь радио. Зеркало вот такое настольное, которое складное, деревянное, оно закрывается с двух сторон. И две коробочки, которым хранилась раньше рассыпная пудра. Эти все вещи принадлежали, еще раз повторюсь, Ольге Филипповне Климановой, которая в 90-е годы работала здесь режиссером. Поэтому, мне кажется, какая-то вот закольцованность в этой во всей истории есть. Вот, она сама житель блокадного Ленинграда была, поэтому здесь все вместе, вот как-то, мне кажется, закольцовано. Настоящие вещи блокадные. Да, они исторические, это действительно здесь до сих пор. До сих пор действующее радио, если его включить в розетку нормально, оно действительно заговорит, оно работает. И вот хорошо сохранившиеся тоже коробочки, они еще сохранили запах, легкий запах пудры, на самом деле, если их приоткрыть и понюхать. Спасибо.